Детские сады будут работать в особых условиях в период эпидемии коронавируса. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья внесла соответствующие поправки. Рабочий график будет устанавливать администрация дошкольного учреждения. Он должен предусматривать время для дезинфекции и проветривания площадок, помещений, поверхностей, инвентаря, игрушек и учебных материалов. Ребенка может приводить в детский сад и забирать только один и тот же человек старше 16 лет. Кроме того, родителям рекомендуют по возможности забирать детей домой раньше. В специализированном транспорте все дети должны находиться на сидячих местах. Работа государственных дошкольных учреждений возобновится 1 сентября.